Итак, здравствуйте, это у нас третья серия. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, чтобы не пропускать стримы мои. Да, и до 1000 осталось буквально чуть-чуть, ребята, подписчиков. Так что вперед, ребята. Значит, торговец. Мы ставим одного торговца сюда. Вот, он торговец стал. Бесконечность 3. Эдгар, бесконечность третьего уровня. У нас есть бесконечность в пустыне. Потому что в пустыне продается бесконечность. Покажи. Ты Как? сказал третий уровень. Пошли, правильно? Дезерт. Да, инфинити. Чего? Третьего уровня? Пожи? Пожи чего? Да! Ебануться, это как такое возможно? Посмотри сам, Эдгар. Я понял. Я не буду говорить с тобой, ты кэш. Так, мне нужно построить этот. Как его звать-то? Немножко проклятий. Потому что он третий уровень. Так, ой, да подвинься ты. Бесконечность 3. Это что за... Магия. Па-па-пом, пом-пом-пом-пом. Так, минутку. Изумруды. Книги. Так, мне просто сейчас интересно. Там один, да, тусуется? Ага, тут еще один только. Допустим-то. Ага. Допустим. Книги он за 4. Фонарики за... Кстати, фонарики можно покупать у него. Допустим, фонарики купим. Шипы 2. А, фигня. Стекло! О, неплохо, стекло у него есть. Ага. Блин. А, бабла не хватает теперь. Не говоришь, что я все бабло потратил, да? А, шипы 2. Фигня. Так. Так, мне надо... Подожди, мне нужно... Подожди, у нас стекло есть. Теперь. Мы можем стекло покупать у этого вот. На сатпа мы можем стекло покупать. Во, стекло. Так, он продает эффективность 3. Оу! Эдгар, эффективность 3 продает он. Неплохо, кстати. Там я делаю житель бомбу. Подожди, эффективность 3 и бесконечность. Подожди, а что там еще продается в дезерте?
Fire Protection продается еще. Fire Protection, ага. Блин, а что нам нужно сейчас в данный момент? Лутинг? Ну, не, ну я не знаю, лутинг нам не очень-то нужен. Паша, а что нам нужно? В плентах Protection 3 продается. В плентах. By the way, мне Fortune надо. And Effectivity. Так, шмешим. Эффективность. Эффективность тебе надо сюда идти-то покупать. Вот сюда, вот, в Desert. В дезерт тебе надо эффективность покупать. Я понял, добычу и... Ты понял. А Fortune, а вот Fortune тебе надо в тайгу, а вот тайги у нас нету, ребята. Тайга у нас нету. Тайги. Можешь делать тайгу? Могу тайгу сделать, могу. Блин. Это... Могу, только я не могу. Так это что у нас? Я могу, но не могу, Эдгар, потому что я ленивая жопа. Я могу помочь тебе. Потому что ты опять ни хрена не будешь делать так. Потому что я настолько устал так. Так. А книги? Книги. Ладно, это положим сейчас. Окей, сейчас. Надо мне все это разложить обратно. Стекло. Это в туз положим. Так, тогда мне нужно что? Мне нужно будет опять. Камень мне нужен. Да мне не надо это. Когда его выйдет маленький трейдер. Вот. Так. Если увижу я. Это я просто отдельно надо поставить. Вот. Все. Я отдельно поставил. Специально вот. Да. А то у нас этот самый. Так, я подсвечу. Да ёб твою, опять хрень. Сзади. Так, что я хотел? А, камень мне нужен был. Ага. Камень. Да, мне нужен камень. Так, камень нужен будет. Факела нужны будет, кровати нужны. Ай, блин. Сколько много всего надо? Ёпарасоте. Для кровати нужно дерево. Ёпарасоте, дерево нужно. Для кровати. Дерево? Возьми. Блин, скорее бы пришел бы этот носатый, и который продает этот самый Эдгар. Я занимусь, что у нас это носатый не будет нужен. Нам нужен носатый. Для этого самого, чтобы. Знаешь, есть дерево, которое этот самый. Как его? Дерево, которое большое это вырастает. Рыба лосом. Из тайги, которая вырастает. А, джангл 3. Нет, не джангл 3, ты чё? В тайге не джангл 3 растет. Раз, два, три. Я понял. Спрус 4. Окей. А у нас сейчас, я сделаю, что надо. Дерево. Подожди, моб лут. Так, что мне нужно еще? Мне нужно факела будут. Что еще мне нужно, кроме факелов? Мне нужно этот самый. Давай из булыги я буду. Я слышу его. Родион, я слышу его. Кого? Где он? Откуда я знаю? Я тебя... Я... Так, минутку, тап. Тап. М, нет. М. Тап. Прямо здесь. Да, я его вижу, кстати. Так. Да, тут у нас вот этот. Да, ровно в 4 чанка. Иди сюда, иди сюда, иди сюда.
Кстати, мы можем... Раз, два, три, четыре. Кстати, мы можем здесь вот четыре ровно построить. Еще одну тайгу. Так что он там продает-то? Ой, что ты там продаешь, чувак? Наковальни, пластинки. Удача 3! Ебануться, там голова дракона нужна. Ебануться. Да, дороговато. Мы до не дошли еще даже. Чтобы... До очень далеко еще. Не, ну мы можем, конечно, заспидранить. Но это ладно. Боюсь, что живыми точно не... Это самое. Пошли, я вообще не в ту сторону шел. Так. Теперь надо то же самое здесь вот тут вот делать. Теперь надо понять только F3G. Ага. Значит... плохо. Плохо-то плохо, минутку. Блин, топ много. Сейчас. Стоп. Тип слайд. Это. Остальное так. Надо выбросить мусорники. Так, это у нас угол. Блин, это у нас один угол. Так, это у нас один угол. Да, это у нас один угол. Так, это раз чанг. Подожди, это раз чанг. Это у нас два чанг. Так, это второй чанг. Да, это второй чанг. Ладно, потом поставим факел. Так, это второй чанг. Да, это второй чанг у нас, ага. Да. Угу. Так, это второй чанг, так, это один чанг, и тут второй чанг. Так. Да, это второй... Так, это второй чанг, ага. Так, и с этой стороны то же самое делаем. Так. Вот, это второй чанг. Угу. Так, значит, мне нужно... сейчас. Открываем. Так, включаем. На время пока что. Так, надо прокопаться вниз сначала. Так, ага. Значит. Так. Скорость дырт можешь использовать, чтобы получить еще дырт. Пожалуйста, а что нам нужно? Тайга. Ага. Окей. Пошли, тут F3. Не-не-не-не-не. Ага, ну да, тут тайга, все правильно. Как нет-нет-нет? Да-да-да, Эдгар, тайга тут. Я понял. Окей.
сейчас и сделаем нафиг. А почему инструмент не ломается, Родион? Знаешь? Да, я знаю почему. Вот такой есть. Да. Вот, отлично. Подожди, сейчас надо проверить кое-что. Отлично, это отлично, минутку. А вот по освещению пипец, да? Да, по освещению пипец у нас. Что это фон, а тут типа был? Что-то ты типа повторял фон. Так. А, ну да, вроде бы все теперь. Ну да, теперь все. А, нет, не все. Вот, теперь все. Теперь у нас биом есть. Теперь мне нужно добровольцев. Так, мне теперь надо добровольцы, которые будут... Давайте, выключаем это. Значит, мне нужны добровольцы. Ага. Так, теперь мне нужно... Ладно, пофиг, пускай по центру стоят. А, пофиг. Так. Так, мне нужны добровольцы, которые будут работать на меня. Ага, мне нужно две ограды нужны. Нужно две ограды. Да не ори ты, а, Эдгар? Хватит орать, как сучка. О май гад, ты тупой? Я... нет. Ну, или да. Я говорю по себе. Не уверен, что я умный. Подожди, вот есть кто-то, который нифига не делает. Блин, сколько кожевников тут много. Зачем их столько много? Так. Так, мин... блин. Ладно, пофиг. Не понял, почему они работа не скипнулась у них. Ладно. Короче, мне нужно один. Так. Значит, мне нужно один работяга, который будет кормить. Так, мне нужно стак. Так. Пу-пу-пу-пу-пу, мне нужен стак.
Ты мне хорошо, Эдгар, помогаешь. Я поспал, видишь? Да-да-да, поспал он. Ты мне хорошо помогаешь, Эдгар. Спасибо тебе огромное. Скоро у нас будет это сэплинг, который ты хотел. Нет, ты мне хорошо помогаешь, Эдгар. Мысли. В коромысли. Очень хорошо помогаешь ты мне. Ребят, я занят делать землю. Потом у нас надо сэплинг. А я узнал, как это сэплинг получится. Да я не про сэплинг. А почитал. Тебе нужно. Он говорит, что ему нужно. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Ты не забыл, ты гондон просто, и все. Нет, Викаш, я хочу тебе еще наград сделать. Да это не обязательно, не сейчас. Как бы, это не особенно важно сейчас. Сейчас самое главное, это у нас... Эти самые, как его называется-то? Я знаю, сейчас Викаш. Сейчас самое главное, это... размножение жителей. Главное сейчас. Я сейчас. А, тут. Положим здесь, я поставлю тут. И сделаю за это. Окей. Так, допустим-то. Так, сейчас они прошли. F3, что у нас тут? Тайга, правильно ведь? Да, тут тайга. Сейчас улетас. У меня полный инвентарь. Подожди, ведь они не могут ведь. Сейчас мне просто проверить надо. А. Почему у них? Они ведь должны быть безработными. Подожди, чипы должны быть безработными. Ой. Ага. А, ну ты не можешь быть безработный, я понял. Почему у тебя работа? Мне нужен безработный один. А, вот, ты безработный. Так, сейчас. Так, ты. Пожди. Пожди. Подожди, ведь я некоторых... Подожди, ты кто? Торговец. Нет! Блин. Ай, блин, сейчас... Сейчас хрен пойми, где кто... Ладно. Сейчас хочу посмотреть, что там творится. Что в этой стороне творится. Так. Здесь у нас фермер. Да, тут у нас фермер тусуется. Тут один голем. А мы погоди. Тут так. Один пустой. Так. Тогда они сделали это 4. Подожди. Окей, у нас один безработники есть. Так, забрали. Так, пускай кушает. Так. Так, надо найти одного. Сейчас мне нужно. Надо найти. Подожди, у нас есть фермер где-то тут тусуется, который. Еще второй безработники. Безработники. А, нам не обязательно это безработный. Нам нужно хотя бы одного, который. Нам нужно один. Пошли, нам нужен один фермер. Просто нам нужен тупо один фермер, и все. Опа, стоп, там один фермер. Пошли, тут уже один фермер есть у нас. Пошли, тут один фермер уже есть, да? Да, есть фермер. Угу. Так, мне нужно тогда одного дурачка. А, кстати, может любого дурачка. Так, главное, чтобы один фермер был. А
А потом все ерунда, так, минутку. Окей. Кстати, так. Сейчас принесу тебе дерево. Подожди, тут колдерн есть у нас? Ему надо колдерн, идем. Окей. Тогда пускай работает. Я не знаю где. Пофиг. Пускай стоит здесь, работает. Все, иди работай. Все, так. Ага. Теперь их надо покормить. Так надо их покормить как-то. Значит, тебе на. Так. И тебе возьми. А, возьми. Так. Вот. Теперь они должны будут потом размножаться. Так. Ага. По идее, они должны размножаться. Сейчас. Вот эти должны тоже размножаться потом будут. Ага, это фермер. Ага, именно фермер, который в дезерте. Да. Ага. И... Да. Ладно, пускай стоит. Блин, забыл, что меня помнил надо. Так, этот... Так, эти пускай размножаются. Так, вроде бы все. Так, вода надо. Так, с водичкой нужна. Так, водичка, заполняем водой. Так. Это мы сразу уложим сюда. Так, колдерны, пошли. Колдерны. Блин, а. Колдерны. Колдерны. Сейчас надо их заполнить. Просто их надо поставить это. Сейчас. Вот. Ага, колдерны. Вернули колдерны. Так, значит, где это у нас? Это сюда. Пауза. Дерт. Камень. Подожди, камень. Тулс. Окей, тулс. Так. Вот бы все. Ура! Так, теперь осталось подождать, наверное. Эй, Родиан. Посмотри, что у нас, что у меня есть. Что? Да. Мы могли это самое. Блин, это надо вне города сажать. А то будет некрасиво. А если вне города будет некрасиво, пофиг, короче, если вне города. Блин, я только что топор выложил. Потому что с этих очень потому что видишь, сколько сразу выпадает? Если они большие... Блин, подожди, а бамбук? Интересно, подожди.
Ай. А, ну, сейчас я тебе буду копать что-то. Отрадно тебе копаю. Но я не хочу мне второй раз. Как говорится, один раз не... Тебе еще саженцы есть? А, ага. А, ну вот, пускай растет. Пускай... О, еще 9. Сейчас пойду я еще поставлю куда-нибудь. Пускай сами теперь растут. Опа-на! Кто у нас тут такой? Так-так-так! Кто? А шо у нас тут такое? Да идёшь ты в баню. Подожди. Подожди, у нас есть поводок. Мне надо срочно поводок. Нам нужно срочно... Нам нужно срочно одного жителя убрать оттуда. Плант. Дерево. Фарсен. Поводок. Фармера у нас не надо убрать. Я знаю, что фермера не надо убирать. А вот именно второго надо убирать оттуда нафиг. Потому что вот этот вот нам нафиг нужен теперь. Этот пацан нам теперь вообще... Они очень быстро растут. Ладно, пускай стоит здесь. Вот стой здесь. Пускай он работает тут. Пофиг. О! Кстати, видишь, как они тут это... Я тебе говорю, что деревья это... Блин, был бы бамбук, было бы легче бы. Так, подожди. Подожди, почему они не размножаются? Подожди. Подожди, а почему они не размножаются, эти носатые? Очень странно. Может быть, кровать, типа... Ладно, сейчас. Я кровать сломаю всю. Это самое заберу. Его покормлю. Вот. Морковка. Так, всю морковку собираю. Кидаю ему. Вот. О, кстати, торговец. Губка за 8 этих самых эмеральдов. Ёпарасоте! Ёкалабаде! Как дорого, но зато потом, блин, надо мне этого самого забрать, всё, понял? Пошли, а какие у нас есть? Пошли, да подвиньтесь вы, пошли, какой у нас есть? Подожди, у нас есть что? Подожди, у нас есть кто? А скульптор, да? А скульптор есть. Так, окей, скульптор. Минутку, ты продаешь сюда собиратель? Покупаю одну штучку, собиратель. Блин, одного изумруда не хватает. Блин, одного изумруда не хватает, Эдгар.
Блин, мне надо продать картошку, может быть. Да кто тут топчет мои грядки? Один это эндермен и один я по случайно. Вот тут я случайно. А тут эндермен. Сражался, сражался таким големом. Надо срочно строить ферму этого мобов. Поэтому очень срочно. Смотри, где кто покупает картоху? О, картоху покупает. Так. Один для лита, один так, для... вот ты на картоху. Да ты что, дурак что ли? На картоху. Да ёпар, да подбери картоху. Молодец. Паша, когда они... Наверное, еще рановато ему размножаться по времени. Пум-пум. Они два раза в день размножаются. Подожди. А где не торговец? Вот, где-то тут гоблин был. Где гоблин? Ага. Что там у нас было? Собиратель и скульптор. Собиратель и скульптор. Минутку, где он? Где этот гоблин? Вот, собиратель и скульптор. Пошли. Собиратель есть. Так, чего? Собиратель. Подожди, собиратель и скульптор. Скульптор и собиратель. У нас уже есть. Собиратель и скульптор. Кстати, можем... Спанч один купить. А, да, я хотел... Блин. Ты тут? Я? Не, ебануться, я сломал все. А, 2%, окей. Все одно не хватает. Нет, ты неправильно ставил. А ну ты там сам разберись, как надо. Поставил. Вот. У меня больше нету. А меньше? Нету больше у меня. Я думал, эти. Нету! Я сделал так вот. Я не знаю, куда они делись дальше. Окей, я получил обратно. Можешь поставить. Сильно читать. А, man šeit ka tu neredzēsi viņus, tāpēc ka tas ir tāda strana. Ты видишь тут? Не, тут ничего нету. А я вижу. А, супер.
Подожди, если я сломаю одну и поставлю. А вот я теперь вижу, что тут есть. А, окей. Погоди, успей сделать. F3, ты успел. И что? Значит, я только тогда не читал, папа, что это. Не. Не? Так, подожди, они там размножаются? Просто интересно. Во, ну наконец они тут размножаются. Okay, I need this one. Don't break. Так, эти размножаются, так. Ага. А что у нас с той стороны? А, ну да, тут еще рано. Так. Сейчас надо кровать все поломать. Так, подождем, пока он вырастет. Когда он вырастет? Через 8 минут вырастет. Окей. Так, мне нужен один долбоеб, который будет стоять вот в том стороне. Так, значит, мне нужен один долбоеб. Железный, потом еще. Ага. Подожди, не ломай. А, зачем нам? Потому я знаю, как получить бамбук. Надо поспать. Я знаю. Ёпарас, да сколько их тут много, погнали за мной. Серьёзно? Так. Окей. Идёшь. Чё ты чё делаешь? Да ты куда идёшь? Тебе надо тут тусоваться, пацан. Вот, пускай тусуется здесь один. Чего, летучая мышь? Через 6 минут. Ага, окей. На, морковку. Окей. Так. А, да. Так. Подожди, они будут размножаться? Сейчас ведь утро. По идее, они должны размножаться. Окей, как получить? Что это пришло? Это кол, а не кол? Ой. Ты видел, я прыгал и напугался только. Напугал меня прямо лицо. Так. Так. По-по-по-по-по. Что? Кусок бамбука. Ты откуда? Пожалуйста, зачем тут булыга стоит? Видишь, еще бамбук. А,
этот булык стоял с... Мне нужны строительные материалы. Так, строительные материалы, строительные материалы, минутку. Мне уже дерево. Так вот, дерево, воронки нужны. Окей, воронки нужны. Так, воронки. Так, воронки. 15 воронок, замечательно. Теперь строительные материалы нужны. Блин, а бамбук ведь можно этим заниматься? Как его называется? Вот этим. Пожди, ведь бамбук можно делать при помощи костного блока, ведь правильно? Да, можно. Мне очень сейчас нужно. Сейчас они мне очень нужны будут, бамбук. Ведь я не просто так тебе, что бамбук нам нужен. Бамбук нам нужен для другого, Эдгар. Надо его еще посеять обратно обязательно. Я не знаю. Блин, может быть где-то поле. Короче, надо, знаешь, Эдгар, где-то может неподалеку взять и засеять бамбуком. Хера много. Просто взять такое поле гигантское и бамбуком засеять. Да нет, не здесь. Вне города. Проходи. Можем... Да. Вот вне города где-нибудь, чтобы оно прогружалось бы, но не... Пожди, сколько тут? Раз... 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Блин, подожди, а как мы будем собирать-то? Если он вырастет-то? Блин. Эдгар. Подожди, надо как-то... Подожди, надо как-то, типа, знаешь как? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, допустим. Потом... Вот, одну пропускать. И можем квадратики сделать. Растет, блин! Растет бамбук! Не то, что твой этот духовой инструмент. Вот. Ну как тебе, Эдгар? А? Идея? Если понадобится, мы можем, кстати, в ту сторону еще ставить. В ту сторону. Еще больше бамбука. Ты забыл мечом и вейнмайнером. Не-а. Лучше этого не делать, потому что он собирает весь. Потому что он весь, и потом приходится обратно сажать. Ну да. Okay. Был бы у нас эти, как его называют? LA? Можно было бы это самое.
А у нас еще один житель есть. Почему он так быстро сейчас? Кто? Бамбук? Из этого... Да, из... это из мода? Нет. Я вообще бамбук не трогал. Бамбук сам по себе, он быстро растет. Я думал, что по этой теме, почему он быстро растет. Ты про что? Про деревья? Про деревья и про что? По этой теме, да. Ты про бамбук? Нет, по этой. Или вот про этот самый, вот этот вот, который черный этот, дерево. Темное дерево, да. Темное, как оно? Дарко. Спрус. Спрус, да, спрус он. Не дарко вак, это спрус дерево. Я не знаю, почему оно растет. Я ничего не подкручивал. Тогда можно это из какого мода? Я серьезно, я ничего не подкручивал. В этом самом. Я просто вот. Тупо так, минутку, 6. Окей, собираем бамбук опять. А бамбук сам по себе растет быстро. Такс. Кстати, надо посмотреть кое-что. Мне надо мод посмотреть один. А какой? Так, минутку. Так. Прогноз погоды, окейушки. Так. О, 26 у нас этих. Подожди, у нас есть веревочка. Да, веревочка у нас есть. Ага. 24 этих, как его называется? Так поспим. Да просто. Да, дайте поспать. Спасибо. Так, где у нас бамбук? Тут скоро крипер будет. Куда ты собрался? Я не тебе. Я потыкал его. Мне нужно еще больше. Вот, 60. У меня есть 60 вот этих, нет. А, поэтому, окей, 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 понятно. Я ведь не просто так это самое, бамбук нам нужен был. Я тебе говорю, что я все это самое по делу. Да, ё-моё, а где этот торговец? Я только что его видел. Я свой дом не могу никак закончить. До сих пор он стоит у меня. Незаконченный дом. Подожди, а где у нас этот? Подожди, где у нас этот? А я не вижу, а где он?
он бить. Я не про этого. Я про другого. А, вот он где. Вот он. Вот собака, ты где? Стоять, псина. Кто? Ха! Не понял. Так я ему продал весь этот самый свой запас этих самых гнилой плоти продал весь запас. О, кстати, свиноту, пускай свинота сюда заходит. Э, иди сюда. Чего? Кстати, золото. Блин, у нас проблема. Они теперь все здесь тусуются, големы. Ладно, прощай. Прощай, ты был другом хорошим. Прощай. Ты меня не забывай. Так. Андрей, можно ну собрать? Смотри. Ну собрать. Никого тут нету. Сам не получил. Так надо продать еще. Продадим. Вот, 4 и 2. А, ёбаный, ёбаный, хлёбаный! Тварь! Паскуда храбринская! Гандон! Гандон! Топор. Это и строительные блоки можно какие-нибудь. А, кстати, вместо строительных блоков можно вот это использовать. А что бы и нет. Радиан. Что? Какие материалы у нас тут есть? Каменных. Стон. Глубокосланец. Туф. Капельники. Подожди, мне надо построить ферму мобов. Где-нибудь. Ты мог использовать эти материалы. Я еще могу материал получить. Я знаю, что ты можешь получить, мне нужно строительные, это не строительные, это. Мне нужно где-нибудь вне города где-нибудь строить. И, пожалуйста, а сколько вниз у нас тут? Раз, два, три. Три блока вниз только. Ага. Маловато. Маловато, значит. Нет, это хватит, потому мы бай уровень. Да я знаю, что минус 60 мы находимся. Я знаю, что F3G. Понимаешь, я сейчас пытаюсь понять. Еще это плюс сортировка. И плюс сортировка, плюс сортировка. Подожди. И плюс сортировка. Если я вдруг построю, нужно будет когда-нибудь по сортировку построить. Я не знаю, сколько надо ставить-то. Не знаю. 5. Подожди, тут 5. 5, еще 3. Еще, подожди, тут 3, да, вниз? Подожди, вниз. 1, 2, 3. Да, вниз 3. Это 7. Получается, 7. 8, 9, 10. Ну вот на таком уровне можно уже строить тогда.
Это 10 блоков от земли. Просто тупо. Ау, окей. То есть на 11 блоке. Кстати, этот блок очень красиво выглядит. Кстати, очень. Он мне нравится. Он такой белый. Особенно шейдерами сейчас. Если ты переживаешь, что у нас костных блоков нету, Эдгар, я тебе их добуду потом. Я знаю, скелетон мимо. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ты костный мобфарм делаешь? Шесть, семь, восемь. Да, восемь, да. Эй, почему так не... Ну, так это делаешь? Вот это на... Ты вот этот блок играл в стену. Это на... А ты блок играл в стену, ставишь мне. Потому что я внизу, может быть, я буду сортировку строить. Может быть. А. Головка часов заря. А, я пока что поставлю сундуки сюда. Ага, плюс сундуки. А, я понял. А, окей, окей, сейчас я понял. Что ты делаешь? Да, я вижу. Блин. Бля. Окей. Ай, блин, я шо... Мне полублоки нужны были. Сейчас, подожди, в 3G. Пофиг. Молодец, гениально. Так, блоки. Так, ладно, я положу на место, пофиг. Ладно, положу на место. Костные блоки. Но они красиво выглядят. Костные блоки. Так, факела у меня есть, пожалуйста. Камень нужно будет. Камень. Камень. А, факела. Что камень, факела? Что еще? Полублоки. Полублоки и строительные блоки нужны будут. Строительные блоки. О, булыги до хрена тут. Ну да, не до хрена, а... Бля, а у нас по незеру что есть? По незеру. О, базальт. О, кстати, базальта дофига. О, незерак! Незерак и базальт я буду использовать. Незерак и базальт, это вообще четко. А вот этот самый чернит я не буду использовать. Чернит это довольно хорошая вещь, кстати. Чернит это полезная вещь. Надо то использовать, такой, знаешь, хлам использовать надо. Дерево. Нужно этот самый ворота построить еще одни. В той стороне, потому что я... Задолбаюсь это ломать эти самые, как его называется, это калитку. Кстати, лучше две даже построить, потому что я... Надо еще посмотреть, где тут бамбук у нас. А, в сторону бамбука надо тоже построить. Где-нибудь здесь. А, у нас... Блин, у нас там ворота еще есть. Да пофиг, короче, ладно. А, сюда еще одни ворота трахнем, бахнем. Трахнем в бах. Пофиг. Так, пошли, зачем мне дерево с собой в кармане? Мне дерево нафиг нужно. Так, я побежал. Окей, посмотрим, что тут у нас. Значит, так. Все, погнали. Так, и сколько там надо было вверх? Скажи, пожалуйста, Эдгар. 19 раз. Молодец.
сколько дают. Ага. Помнит он. Там помнит, там не помнит. Окей, молодец. Ага. А сейчас я помню. 22 надо. Точно 22? Можно посмотреть стрим. Видео можно посмотреть, который ты использовал. Тут даже. Так, как? Я помню, что ты тут говорил по 22. А, я сказал 22 гондона. Не надо, окей. А, окей. Такс. Да, теперь надо понять. Так, значит. Подожди. Сейчас я быстро посмотрю. Heavy TD, так, моб фарм. Моб фарм, самую простую моб ферму, надо которая... самую простую моб ферму, которая... Самую-самую простую ферму мобов. Самую простую, которая... This is the best. Дай мне материалы. Так. Я буду тебе тоже помочь. 6x6 area. Блин, какой 6x6 area? Сундуки, я поставил сундуки. Это я поставил. 24 блока. Наверх. Тогда это... Паш, я, он говорит, почему два... Чего? Почему 24? А, потому что 24 оттуда. Знаешь, почему 24? Потому что он отсюда вот считал. Вот оттуда. Снизу. Вот он, ай. Он отсюда вот считал. А так я не знаю, сколько надо. То есть 22. Как ты сказал, наверное. Или сколько ты сказал? Ну, считал, но считаем девять блоками, я. Типа, да. Это будет 22. 24 минус 2, цик будет. 58. У меня по математике плохо. Значит, 22 в твоем. Раз. Раз, два, два. Три, два? Дай мне материал. Два. Да у меня нету материалов. У меня... ладно. Так, на. На. Строй. Строй из всего попало, что я тебе дал. Потому что это... Раз, два, три, четыре. Надо. Зачем еще? Тут 22. В смысле? 22.
Подожди. Пикакс тебе есть? Да. Дай мне одну пикакс. Да, у меня у самого одного один, ладно. Я вижу. Двадцать один. Чего? Почему 21? Не понял. Почему 21? Это раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, двенадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, 15, 21, 22, ну 22. Радион, то что блок не скай, тапет. Что блок, кто ты кока скай, ты пинмо не скай. Ну ладно, плюс один, ладно, пофиг. Если что, потом уберем еще что, подрежем потом, если вдруг. Ну тогда все, тогда так вот. Аккуратно, вода. А, окей. Ты мне на голову. А, вода зака... Ай. Хватит там плавать, вылезай оттуда. Вот. Так, теперь мы, кстати, мы можем просто... Сейчас. А, зачем я скалфодинги делал? Ой. Ты куда? Правильно? В каждую сторону по 7. 8. Он тоже сказал по 7, да? А ты откуда ты знаешь? Или нет? А, Родион, Родион, ты можешь случайно? Я тут поставил. Дай меня пикать. Да возьми ты сам, иди. Okay. А! Красивая ферма. это шедевр. Паша, откуда ты знаешь, что 7 надо ставить в разные стороны? Потому я думал, что надо. Или нет, или не 7 надо ставить. Всегда пожалуйста. Спасибо. Так, сейчас, минутку. Где эта ферма? Так, кстати, мы можем... Блин, там надо полублоки... Ой, не полублоки, там надо этот... Ставить, как его этот... Сейчас. Мне кажется, что не надо будет. Так, сейчас я еще возьму вот это. Так. Ага. А, что-то еще надо было мне, пожди. А,
Все, я вспомнил, что там надо было еще поставить. Вот это вот надо было поставить. Сейчас. Так. Блин, кто это поставил так? Вот иди посуду помой правильно. Только спустись, пожалуйста, вниз. Я тебе говорю, что спустись вниз, пожалуйста. Еще один надо. А то ты можешь это случайно, можем случайно упасть. Я уже низ. Правда не в самый низ, но можешь выйти или я не знаю что. Потому что можно это. Сколько там надо было? Так. Так. Сейчас. Чего? Подожди, почему 18 блоков? Всего должно быть 8 в каждую сторону. Подожди. А почему 18? Подожди, а почему их там трое только? А там, бля, там сколько их? Раз, два, три. Так. Подожди, почему он в этом туториале... Подожди, я выключу звук отсюда. То есть я вот так вот выйду, потому что он базарит, меня напрягает. Подожди. 18, 20. Ну ладно, допустим-то. Ступеньки. А, окей. Допустим-то, тут надо ступеньки поставить. Тут надо ступеньки поставить. 4 ступеньки.
Так, тут должно быть 8 всего лишь. Раз. Вот вместе с этим. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Окей. Я помню, потом еще стеночку строить надо в два блока. Так. Тут блок должен стоять. Ой, зачем воду я разлил? Хоп. Так, минутку. Строим из всего подряд. Подожди, сейчас обратно зайду. Здравствуй, Эдгар. Чао, чао. Для того, чтобы пулить мост на Southeast. Так, подожди, не в два блока. Подожди, или в два блока? Два блока, потому... Тут воды, да, в два блока. Doors. Подожди, в два блока. Подожди. Потому трэпдорс и водичка. Да-да, помнишь? Я понял. Я помню этот дом. Слушай, а он так хитро сделал. А он так хитро сделал, ребята. А он так хитро, блин, сделал. Блин, у нас еще вода есть? Нет воды больше. Ладно. Что водичка так будет? Это не инфинит вода. Ну, вроде бы все. Так, с это... Так, минутку, что там дальше он делает? И строит в два вверх. И 20 на 20 платформа получается потом. Да? 20 на 20 платформа. Go!
Видимо, мне надо только одному теперь. Да. Я хотел тоже идти спать, а ты уже тут пошел. Достижение позади тебя. Кстати, хорошо, что ты остался, Эдгар, кстати. Потому что если бы ты был сейчас бы ушел бы, тут такое бы началось бы. Не, если бы ты ушел бы, знаешь, что бы началось бы? Мы бы сюда бы не зашли бы, тут были бы криперы. Да не, было бы да. Много криперов тут наверху. Я не могу. Свою кирку надо иметь. Поберу булыги. Хорошо? Надо еще булыги. Да ёб, просто так. Дарьян, надо еще булыги. Пожи, что там дальше он? Пожи. Да, строительные материалы нам нужны будут потом. Так, люки и леечки поставить надо будет. Тебе аккуратно. Так, теперь нам нужен этот. А, парейзи, стадори. Трапдоры еще нужны. Зато трапдорами сгоняем. Потому что у нас это будет стенка такие. Да, трапдоры дофига надо. Трапдоров. Погоди, стенку мне сейчас сделать? Нет, блин, можешь не делать. Я буду делать. Может быть, завтра будешь делать, можешь. Дерево. Молодец. Паша, а зачем ты ставишь этот самый? Ладно. Ой, ёб твою, я упал. Ой, ёб парасоте, ай-яй-яй-яй-яй.
Вау, ух ты ж, нет, только не падай, пожалуйста. Если упаду, мне хана там. Блин, ладно. Пу-пу-пу. Окей. Так, это что-то будет? Там это под нами, так, кстати, мы тоже все из школы попадем. Окей, я видел его. Тут стоял, блин. Падла такая. Сам ты такой. Это похилебрен, я сказал. Так. Чего? Как он сюда пробрался-то? Странно. Ага, собиратель. За 32. За 32 монеты. Собиратель. Хм, странно. А у нас есть такой собиратель? Минутку, у нас есть собиратель. Собиратель есть у нас. И скульптор есть у нас. Опять Эдгар Шутер жрет. Угу. Так, воронки сюда положим. Это сюда положим, ага. Да, это сюда положим. Сейчас. Так. Паша, зачем я. А. Ёбаный жора! Это же пиздец, не надо было туда идти. Блядь! Это жопа. Ебануться!
тоже пытаюсь поспать. Нет, я не виноват. Пить. Не буду мешать. Аквадискотека, да поспи. Тихо ж спи. Давай тыкать. А, ну спи. Короче, там, Эдгар, надо будет проблема у нас. Ты... Бля. Надо было поставить раньше, кстати. Надо было раньше это сделать. А теперь я хрен подтуда подойду. Ебануться! Эдгар, открывай двери! Да нет, не храбрин. Все в порядке. Эдгар, все в порядке. Меня Эндерман спас. Ой, Эндерман, меня Голем спас. Блин. Теперь как я их выманю-то? Где гондонов-то? Ебануться! Ай-яй-яй! Эдгар, Эдгар! Пол хп! Кто его замочил? Кто его замочился? Блин, мне пилинджеры спасли! Меня пилинджеры спасли! Эдгар! Блин, Эдгар, там пилинджеры надо покушать. У меня один... Бля, у нас нечего покушать даже. Надо поставить жарить мясо. Ёп. Они тут много? Бля, Эдгар, у нас проблема. Надо забор строить из двух. Бля, надо в два блока строить, я даже, наверное. Их там до хрена! А там наверх ничего нету. Потому что они внизу все. Да. Да-да, звезда. Покупай болгу.
Только что я их убил. Они... Племена големы. А, големы, идите сюда. Вот. Давайте идите разберитесь. Да нет, идите туда разберитесь. Давайте идите разберитесь. Вперед, мои солдаты железные. Разберитесь с гондонами этими. Мочите гондонов. Давайте, мочите гондонов. Во, сейчас будет жарко. Во, сейчас будет жара. А куда ты, крипер, Эдгар, крипер. Крипер бежит. Да он закрывает видимость. Крипер. Минус крипер. Косая обезьяна. Подожди, F3. F3, да. Куда ты, крипер? Да я не в тебя! Я посмотрел, ты его. Да я не в тебя, я целился я. Ты мне нахер сдался-то? Трэпдоры нет. Чтоб пауки убрать. Можно, конечно, коврик ставить вместо трэпдоров. Кто тупенький? Это кажется, что ты сейчас умер был тупенький. Так, вокруг фермы я поставил этот самый. Ну опять, телпорта есть, а... Блин, потом надо будет два блока строить. Да, получить куда-то коврик и или коврик у нас нет. Коврики есть, то есть, да, коврики есть у нас 64. У меня 64 этих, как его называется это? Вула. Я просто сейчас немножко это... Опять занят. Сколько я не ставлю этих самых,
Всем появляются эти гандоны. Кстати, здесь надо поставить тоже. Обязательно, потому что у нас... Ой. Если сюда не поставить, то будет проблема опять. Такая проблема будет. Ой-ой-ой. Вот. Все, поставил. Теперь у нас эта сама освещенность есть. Кстати, надо... Блин. Ага. Блин, а как мне... Сейчас надо-ка. Где? Я даже не знаю, как лучше поставить-то ферму. Тут какой-то так съел. Понимаешь, если вот так вот будем мы мочить их, они видеть нас будут. Ну это ладно, потом это. Ты видишь, что я делаю? Эй, Дариан, а что? Как пика? Надо это само. Кости. Ай, блин, сколько. Ладно, потом кости. Кости сюда положу. А я могу все равно открыть. Ау, я могу открыть. Так, это... Ганпаудер. Так, мог лут. Так, да, я сейчас с ковриками приду тоже. Я с ковриками приду, пожалуй. Что-то я еще хотел, кроме ковриков. А! Вспомнил. Я вспомнил, что я... Возьми одну это... Скафолдинг и поставим. Ааа, так тоже ступеньки еще можно сделать. Скафолдинг поставим. Строительных блоков нету. Просто. Посмотри, что я сделал. Ща иду. Паша, а ты где? Паша, не ты дом, на... Где сундук? А, ты на... А, я понял, ты на каком уровне. Ага. Один скафолд. Тогда надо разобрать. А, да. Можем пока что поставить вот так пока что. Пока что.
не выйдет так. Я умный сделал. Угу. Подожди, умно-то умно, правда? Сейчас. Сейчас. У меня после идеи есть одна. Тоже умная, кстати. Надо это убрать. Ну. Потому что с версии 1.21. Или с какой там версии это было? 1.20, кажется. Да нет, я не это хотел Подожди. А, тебе надо было... На. Это вол. Да. Это вол. Я думал, коврики как эти. Ну сделай коврики из вола, ты, я что тебе? Ты что, не знаешь, как крафтится коврик из вола? Долбоёб. А как и поставить, кстати, он? Как и поставить, как бы? Я сам хрен знает, как поставить коврики. Это по туториалу посмотреть. Я не знаю. Ты повключи туториал, ёбаный. Мне кажется, если я знаю, где будет туториал, куда коврик можно использовать. Я знаю этот туториал, где коврик можно использовать. А я пока что буду это самое, тут построю стеночку красивую. Spider-proof. Spider-proof farm. Spider-proof farm. Блин, можно тут в два блока поставить, кстати. Бля. Фу. Так. Ферма суперская. Окей, это точно тупой. Как Эдгар. Mm-hmm.
клетка. Да. О май гад, еще барный. Тупой детка. Тупой детка. Тупой детка. А, окей, надо самому сейчас. Сейчас. Блять, все тупые дети. Вы за Spider-Proof фарм делаете. Так. Такс. Тупой детка. Блять, еще тупой детка. Тут трапдоры используются, кстати. Тоже нормально. Вот коврики. Кстати. Нашел? Кстати, он использует коврики. Просто через каждые. Через каждый блок просто использует. Тоже как это трапдор. Тоже как трапдор надо ставить, да? Ой, тоже. Приключим это и включим этот. Вот это включим. Да ёпарасы-то. Так. Ух ты ж, бля. Так, надо. Всегда пожалуйста, Эдгар. Камень, строительный элемент. Так, это будем использовать. Это тоже будем использовать. Камень, строительный. Ну, что-нибудь есть строительное, конечно. У нас нифига нет строительного. Mm.
блин. Мне бы сейчас бы чернита. Да. А, хом. Ой, задел случайно рукой. Правильно, иди посуду помой, Эдгар. Опять посуду помой? Стоп, серьезно? Блин, а. Я обратно. Не. А! Блядь, ты что делаешь, сука? Извини, я случайно. Я не хотел эту кнопку нажать. Гандон. Ой, я случайно. Ой, извини, я случайно. Я серьезно случайно, я не хотел. Разноцветный ты мой друг.
это там. Конечно, можно было факела сюда поставить, ну ладно. Ага, ну конечно. Так. Да откуда ты взялся, гандон? Ты откуда? Вот ты. Ебанутся, сколько их там.
посмотреть, что там внизу творится. Ага, летучие мыши, зомбаки, скелеты. Ага. Ага. Пауки нету. Ня. Скелеты эти самые. Кстати, надо это сам кое-что сделать. Надо кое-что сделать. Вот это вот надо сделать. Ой, нет. Сейчас. Вот это вот надо убрать. Я не промоту. Ебанутый я! Чего? А я... Вот я... А, я здесь. Фу ты. Я испугался, фу. Я думал, туда внутрь я попал. Нет. Кажется, нет. А что, какой мод это будет? Что именно? Какой мод? Какой мод ты хотел убрать? Не, я не убрать, я... Так, минутку. Мне кажется, когда я убивал мобы, лута падает меня на утро. Куда в инвентарь? Диски. Фигня. А, блин, не, полублоки оставим. Полублоки нам нужны будут. Забыл-то. Так, полублоки. Моплут. Забираем моплут сразу себе. Так, где? Как он торгаш? Вот он. Торгаш. Подожди, а тут есть этот самый... чтобы быстро торговаться с ними. Ага. Нет, не то. Все не то. Не то. Что не то, ребята? Don't breed. А, вот всё работает, какая. Mm.
Не то. Все не то, ребята. Где мне? Мне нужен какой-нибудь торговец. Парень, мне нужен торговец. Да ёб твою! Называется, зашёл он. Вот так можно торговать! Быстро! Я теперь знаю, как можно быстро торговать! Как? Ебануться! Сейчас мы разбогатеем! Блин, я устал туда-сюда ходить, кстати. Надо срочно поставить спаунпоинт там наверху. Не наверху, а там вот. Я банусы, сколько их тут много. Я это самое убрал, вообще минимум поставил, как было. Я вообще убрал это самое на минимум. Не, ну я очень много поставил, кстати. Мы можем, конечно, и не так много ставить. Там. Мы можем ну я не знаю, сколько так. 128. А сколько 128? На 64, да, Макс? Вот половину поставим. Все 64 поставлю. Даже не 632, даже поставим, еще меньше. Ебануться! Серьезно? Ты издевайся. Охренеть, полный инвентарь. Главное, я убегаю из этого мира, потому что Hero Brain уже управляет моим компьютером. Мне кажется так. Кость, это стрелы. Стрелы. Так. Что тут у нас? Вот это. Ебануться. Что у нас тут? Ей. Многовато. Надо так моды. Минутку, надо еще меньше ставить. Еще меньше ставим. Да, ага, давай. Фух,
Это было... О, крэп! Я не заметил этот чувак. Так. А, делаю это. Так, посмотрим. Они размножились! Ебануться, они размножились. Подожди, это кто у нас? Это же чуваки, которые... Да, это же пустынные чуваки. Так, пустынные чуваки размножились. Ебануться, пустынные чуваки размножились. Неплохо. Так, пустынные чуваки размножились. Подожди, а тундровые... Подожди, а тундровые тоже... Ой. А, тундровые тоже размножились. Угу. Так они тоже размножились. Неплохо, кстати. Ладно, Эдгар ушел. А, тогда это значит, мне тоже надо заканчивать серию, ребята. В общем-то, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. А всем, ребята, пока! Вот это, блин, скрин! Спасибо! Херабрин, как раз ты вовремя, прямо в конце видео. Здравствуйте, я тебя вижу. Да-да-да, я тебя вижу. Здравствуй, можешь поближе ко мне? Можно сфоткаться? Можно с вами сфоткаться, пожалуйста? Убежал гандон такой. Короче, лайк, подписка, колокольчик, ребята, комментируйте, нажимайте колокольчик, да-да-да-да. А, что там, субскрайб обязательно, потому что до 1000 у меня осталось совсем немножко. А, в общем-то, всем пока, увидимся, может быть, в следующей серии. Пока, ребята.